Вот Наталья опять забежала в гости, соседушка наша. У меня к Наталье всего один вопрос. Почему ты такая красивая? Почему все вещи тебе идут так хорошо? Вот это вопрос мне задали. Да уж. Потому что я, наверное, любимая. Анна Юрьевна. Почему, наверное? Точно, наверное. Точно. Любимая. Наверное, точно. Или наверное? Наверное, точно. Короче, ужинаем в семейном кругу. Это вопрос. Растерялась, честно? Да нет. Привыкла к таким вопросам. Да. Че? Все задают. Всем привет, друзья. В Самаре сегодня минус 10. Хороший, солнечный, морозный денек. Ну, а я работаю. Я уже отправил девчонок в школу, а сам собираюсь на работу. Уже побрился, сейчас буду завтракать. Чай с лимончиком. И бутербродики с маслом и с колбаской. Кстати, колбаска неплохая такая, черкизовская. В общем, друзья, мне удалось договориться с одной очень популярной компанией, которая занимается изготовлением косметики, бытовой химии, в общем, Faberlic, о том, чтобы Анна Юрьевна прорекламировала их и так хорошо известный товар. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас поеду забирать свой заказик. В общем, приехал в пункт выдачи. Это находится максимально недалеко от нашего дома. Мира 12. Компания Faberlic. У вас оплачено? В общем, моментально все получил. Вот такая коробочка. Красота и здоровье в ваших руках. Салфетки для очистки стекол. И предусмотрительно пакетик Faberlic. Ну а увидеть то, что нам прислали, вы сможете, посмотрев распаковочку на канале у Анны Юрьевны. Ссылочка на ее канал будет, как обычно, в описании под этим видео. Ну и под этим видео. В общем, работаю, друзья. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 3 минуты. Что выпросила? Что выпросила, расскажи. Скрепыш. Молодец. 40 рублей. Там пуговица была у продавца пристегнута. Она увидела, говорит, дайте. Если дайте. А как? А как? Что? Я сказала, у вас скрепыш. А, так ты сказала? Да, она сказала. Она поняла, что ты хочешь его, да? В общем, снять, да? В общем-то, не выпросила, а тонко получила в подарок.
Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Первый подъезд? До свидания. Подожди, давай выйдем, а? До свидания. До свидания. Из того же места заказ. Но на этот раз в Кошелев парк. Здравствуйте, Кошелев парк. Ну, относительно. Сразу за переезд. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 7 минут. Переезд это же вот здесь, а вам-то получается в Кошелев парк все-таки. Ну, парк-то я считаю подальше, показывает. Вообще вот этот район, куда мы едем, называется Кошелев парк, который имеет две локации, одна справа, одна слева. Спасибо за поездку. Сколько я должна? 79. Так, только что заказ. Прямо оттуда, откуда уехал. Хорошо, хоть отъехал недалеко. Пассажир написал, уже выхожу. Здрасте. Школу, что ли? А? Школу? Да. Что, тебя одно отпускают? А? Одно отпускают на такси? Сколько тебе лет? Ничего себе. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 5 минут. До свидания. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении.
Здравствуйте. Митрополита Енишевского. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 6 минут. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 6 минут. Халяль – это который правильно резает, да? А, правильно порезал. Правильно, да, чистый. Когда-нибудь здесь кушал, да? Нет, хотел попробовать, но что-то некогда было. Когда охота, приходи, попробуй, да. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Мегу? Да.
Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 8 минут. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 6 минут. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 9 минут. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Пассажир написал: «Здравствуйте, вход в милицию, жду там». Вход в милицию. Еще милиции мне не хватало. Здравствуйте. Мира 77. Пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 8 минут.
автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Спасибо. До свидания. Обедать девчонки еще в школе. Время 16:00. Соляночка. Третий день заходит на ура. Сейчас разогреюсь и поем. Всем приятного аппетита. Девчонки только что пришли со школы, ну а я пообедал и поехал дальше работать. Солнышко уже садится, время 16:30. Здравствуйте. Здрасте. На красный глинт? Да. Время 17:00 вечера, я нахожусь в поселке Красная Глинка. Вон там где-то Волга. Вот здесь какая-то горка, вроде как горнолыжный спуск. Ну, в общем, горы и речка. Дорогу я не снял, потому что у меня сел iPhone с регистратором. На обратном пути сейчас позарядился. Сейчас главное, заказ нужно поймать обратно. 320 рублей, вроде бы неплохой заказ, около 20 километров от Кошелева. Но лишь бы найти обратный заказ в Кошелев, поэтому сейчас жду. Но пока жду заказ, увидел, что стою прямо возле гипермагнита. Пойду, зайду, сигареты у меня кончились. Или это не гипер? Что-то длинное. Магнит у дома. Не гипер. Блин, зачем они? Связь со спутниками восстановлена. Что в магните всегда пропадает интернет и GPS. Может быть, заказы были, а я их пропустил. Ну что, друзья, простоял я в этой Красной Глинке целый час, ровно час. Обратного заказа так и не дождался. Придется ехать пустым. Ну, буду надеяться, что по пути в управленческом будет заказ. Надеюсь только на это. Ну, смехзавода это я точно кого-нибудь заберу.
Ну, оттуда до Кошелева, с мехзавода до Кошелева всего 100 рублей. Так что поехал. Доехал до управы, постою тут минут 10. Может, какой-нибудь заказик прилетит. В общем, стою на управе возле ДК и вижу странное зрелище. Два всадника по краям Дома культуры стоят. Девушка вроде бы в милицейской форме и паренек в камуфляже. Стоят не просто так, вижу, что они уже замерзли. И овчарка сидит возле центрального входа. Но заказов нету, стою уже 10 минут. Голяк, в общем, в управе, поэтому остается вся надежда на мехзавод, но надо спешить, потому что и на мехзаводе скоро уже заказов не будет. В общем, поехал я. В общем, взял заказик на управе. 150 рублей чисто по поселку. Проехать 3 километра. Сейчас его сделаю и поеду. Такси? Да. О, знаешь, что я туда. Крайне. Да, 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 да. Да, один. Крайне 11. Охренеть, блядь, ебать. А ты что без маски, блядь, а? Я думаю, я так в раз говорю, вот. Я в маске? Нет, я тоже, блядь. Охренеть, блядь. Все в масках, блядь, все в масках. А что ты не в маске, блядь, тогда, блядь? Магазин не пускают, да, без маски? Пускают, а меня кто возьмет? Меня колет сам, блядь. Меня писали, блядь, в кармане. Я не пускаю. Ты знаешь, что вообще держит вот здесь немножко район? Кто? Ну, я себя спрашиваю. Я не знаю. Ну, мотель, знаешь? Нет. Мотыля. Так я не местный. А, ну, знаешь, мотыль держит все это, блядь. А я уколю все. А я колю все. Ты мне маска какой спрашиваешь? Ну, тогда зачем маска? Да, я пистолет в кармане. И все, блядь. Вот все, красноярец, он, Дима грузин, блядь, чего, да, блядь. Ну, что, красноярский район держит мотыль. Чё, это? Где? А? Куда? Ну вот здесь направо. Налево. Ну налево тогда. А там. Ну все. Вот этот дом, да? Какой подъезд? Второй. Отсюда второй. Я был вот таким когда-то пацаном, блядь. Родовой? Не, Коля Губа.
Сейчас, да. Ну вот давай, конечно. Душа, я курю все. Это еще приезжай. А ты это знаешь, я блядь? Это вот ты, конечно, знаешь, я блядь. Знаешь. 8 лет отсидел, блядь. Да я не местный сам, я с Краснодара принчал. Краснодар, в Хохлярах. Я тоже в Краснодаре был там. Ну, немножко был. Немножко был. Ну, я говорю, это... Ну, давай. От души. Или в парк? Да. Тут-то что? Здесь что-то у них прорвало. Делает лёд. Прошлый раз до пятерочки вез там справа. Да, да. Ну, да. Даже, да? Там, и мы там разбежимся. Возвращаюсь домой, время где-то 7:30. По итогам сегодняшнего дня пробег около 100 километров. Чистыми удалось заработать 1980 рублей. Я на ужин себе жарю яичницу с салом и с сосисками. Девчонкам предложил, но они отказались, они надеялись. Хлеба тоже нет, пойду сейчас за хлебом. На улице минус 10, а я только что из душа. Ну что поделаешь, хлеб нам нужен. Хорошо, что недалеко. Хлеба нет. Пойду-ка я дальше, поищу хлеб.
еще 25. Вчерашний, да? Почему? После 8 на скидочку 20% на хлебушек. Ай, господи, боже мой. Спасибо. Ну, 20 рублей нужно, мне 25 не надо. 20 рублей. После 8 вечера 20 рублей. 20 рублей. Короче, скидка 5 рублей. На булку хлеба после 8 вечера, наверное, такой же, не хрустящий, но мягкий. Вот такой у меня ужин. Всем приятного аппетита.